С Международным днем медицинской сестры поздравили работниц Московского областного центра охраны материнства и детства. Какие трудности встречаются на профессиональном пути, выяснила наш корреспондент. Жизнь и здоровье пациентов не только в руках врачей, но и их незаменимых помощников – медицинских сестер. Отметить праздник времени нет, смены. Для Софьи Куклановой это не просто работа, а призвание. 8 лет медсестра помогает малышам. Это вот с детства было такое всегда желание помочь, вот эти игры в медсестру, там всем заклеить ранки, прилепить пластырь, там помазать зеленкой. Как-то это все с детства так. В семье Софья единственная, кто пошел по медицинской тропе. Родственники ею гордятся и с самого утра поздравляют с профессиональным праздником. Слова благодарности Софье Куклановой и ее коллегам сказал и глава городского округа. Все хотят, чтобы сестричка была самая лучшая, самая такая внимательная. Поэтому я искренне вам хочу пожелать, чтобы вы были здоровы, чтобы не касались вас ни ковиды, ни вирусы, чтобы вы были и счастливы. В люберецких больницах и поликлиниках более 2000 медсестер и медбратьев помогают пациентам. Айтаж Щерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.